Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, я Вика. Сегодня первая часть видео, которое вы хотели. Это наша сумка Брунелло Кучинелли летняя крючком. Купила я, все-таки нашла я пряжу вот эту вот, ну пряжу. Я даже не знаю, как ее пряжа или назвать, эту бумажную рафию турецкой фирмы. Вот такой будет еще рюкзак. Вот, кстати, я чуть-чуть пожалела, конечно, что я два мотка взяла, вот это и один вот это, и надо было наоборот. Там просто не было выбора цветов, девчонки. Это у меня 001 цвет, а это у меня 514, да, я так понимаю, цвет. Ну, это уже на чешском языке написано, поэтому я не буду утверждать точно. Ну, в общем, цвет вы выбирайте сами. Я вижу из того, что есть. Вот я заказала, я думала, что это беж, такой светлый молочный будет беж, а он почти белый цвет. Поэтому у меня будет сумка вот такая. Вот шумаемо то маемо, девчонки. Ну, я и тому рада. Дорого, конечно, эта рафия очень дорогая, девчонки. Не знаю. Вот как по мне, она очень дорогая. Вязать мы будем сумку, еще раз повторюсь, от Брунелло Кучинелли. И потом впоследствии рюкзак. Видео я решила разделить на несколько частей, потому что, скажу честно, я уже сумку связала сверху вниз почти целую. И я ее распустила. Вот сегодня мы будем вязать донышко. До начала. Сегодня я вам расскажу, что вам понадобится, чтобы вы могли купить пряжу, чтобы вы могли связать донышко, пока я буду вязать узор. Вот решила в таком формате, потому что так будет быстрее. Все-таки разгар лета на дворе, и нам надо это все дело быстренько. Я понимаю, что если я еще буду снимать целое изделие, потом монтировать, потом вам выкладывать, вы просто к концу лета это свяжете. Поэтому я вот так вот оперативно это все начинаю, чтобы у вас было время найти пряжу и связать донышко, вот как бы начать это все дело вместе со мной. Пока вы найдете пряжу и свяжете донышко, я уже вам выложу вторую часть, которая будет уже дальше узор. А потом в третьей части мы сделаем подкладку, которую просто не обязательно будет делать всем. Вы потом увидите. Ну, хотя, с другой стороны, возможно и нет, потому что, как показывает практика, у меня обычно, я вот вначале собрала в своей голове изделие, но к концу оно трансформируется, получается, по-другому. То есть я это все дополняю. То есть на данный момент, что касается пряжи, пряжи нам надо два вот этих вот мотка. Они два не уйдут. Я вот предполагаю, что еще получится из этих двух мотков, хотя, казалось бы, это дорого, да, получится два мотка, у нас он стоит около 9 долларов, один, это дорого, я вот купила только ради вас, так бы я ее, конечно, бы не покупала, честно признаюсь, я бы не хотела такую дорогую сумку, еще и свежие. Что я еще хочу вам сказать, я нашла эту пряжу подобную, китайскую, на Алиэкспресс. Под видео в ссылочке я вам оставлю, девчонки, ссылки, я поищу, я еще просмотрю, там самую выгодную цену найду, и я вам оставлю ссылки на Алиэкспресс. Это для тех, у кого нет возможности, кто не в большом городе, вот, допустим, как я через, кто не может заказать, как бы, хотя, ну, в общем, ладно, у кого нет других возможностей, я вам оставлю ссылку под видео в описании. Или, возможно, кто-то будет вязать, допустим, через год, допустим, не сейчас, это же видео останется, да, и у вас будет время просто заказать эту пряжу, потому что там цена мне понравилась, честно скажу. Вот именно с Алиэкспресс цена мне понравилась, не понравилась здесь в Чехии. Турецкая вот такая вот пряжа. Значит, метраж у нас, у меня здесь 250 граммов, 360 или 80 метров, девчонки. Слепая. Ослепла. Совсем, кстати, девчонки, ослепла. Вот. Значит, два мотка вот этой вот пряжи. Далее. 6 маркеров нам нужно будет. Это уже прям на всю сумку, на вязание.
ну, это ниточки. Еще у меня на подкладку, девчонки, что я буду подкладку делать из вот этого миллиметрового фетра. Он всего лишь миллиметр, но он будет держать форму. Он чуть-чуть оттенит как бы снизу вот этот вот узор, который потом, то есть узор больше четче будет виден. Вот. И фетр очень просто шить. То есть справится любая бабушка, вот допустим, если вы не шьете, у бабушки домашняя ручная швейная машинка, бабушка легко справится с этой подкладкой. Я потом все подробно вам покажу, расскажу, потому что фетр не нужно подгибать, вот обметывать. Вот удобен он. Тем более для подкладки сумки, тем более он удержит форму. Вот. Ниточки, понятное дело. Один карабин. Для ключей мы его там пришпандорим. Молния. Вот, чтобы кошелек на молнию закрывать. Два кармана у нас будет. И вот ручки, девчонки, в оригинале. Вот посмотрите, обратите внимание, там ручки, еще там какие-то в тон полосочки. То есть точно в тон. Это я вам сейчас, я попытаюсь найти, но я не гарантирую, что я их найду. Вот, это я сейчас вам показываю, что должно быть. Вот такой вот ремешочек. Где мой сантиметр обгрызенный? Значит, вот такой ремешок у меня здесь 2,5 сантиметра. Вот ширина, больше не надо. В идеале 2 сантиметра, вот это будет ближе к оригиналу. Вот найдете какой-то такой прям полосатый, чтобы был в тон. Если вы в большом городе или... Ну, хотя по интернету сложно, да, заказывать, чтобы это было в тон. Это нужно только идти в магазин и подбирать. Потому что, ну, практически как я вот заказала эту пряжу, я ее в интернете видела другого цвета. Мало того, пряжа – это мелочи. Я холодильник заказала, была уверена, что он белый, а он светло-серый пришел. Так что можете посмеяться с меня. Поэтому... Конечно, я надеюсь, что я найду вот эти вот поясочки, ремешочки. Как она называется, эта штучка? Вечно забываю. Но если нет, то я буду вязать крючком из этой же пряжи. Ну, это я же говорю, я очень сильно надеюсь. И если посмотреть по длине, в длину нам нужно 2 метра 30 сантиметров вот этой вот штукенции купить приблизительно, девчонки, возможно, какую-то там часть останется. Это пока мое предположение, потом я это все буду дело мерить на сумке и буду точно, точнее знать размеры. Вот сказала все по поводу материала. А крючок у меня 3,5. девчонки, еще большая просьба у меня к вам, кто имеет опыт работы с этой пряжей. У меня, к несчастью, сгорел утюг, сейчас иду покупать утюг, потому что я там вычитала, что ее нужно утюжком сначала пропарить, прежде чем вязать. Очень сложно вязать, у меня так рука болит, у меня вот здесь вот прям мозоль, я уже, видите, прям ямку такую вот. И мозоль натерла. Это ж я уже связала. И при том я вязала по 2 часа в день. Я больше не выдерживала. Как размягчить эту пряжу, чтобы ею было легче вязать. Может, это я такая хрустальная, что мне тяжело. Ну, мне тяжело действительно вязать. Вот не смогла бы я, конечно, вязать целый день, девчонки, этой бумажной пряжей. Ну, сейчас куплю холодильник, хотела сказать. Утюг и попробую парить. Вот сейчас я вяжу из распущенной, вот смотрите, вот это донышко, это я из того, из чего я распустила. Мне было уже легче, да. Вот, но это потому что утюга у меня не было, он сломан был, я надеялась, что он проснется, он как-то затих и перестал греть. Я думала, что проснется, не проснулся, и нужно идти его покупать новый. Вот. Так что, кто имеет опыт работы с этой пряжей, девчонки, пожалуйста, отзовитесь, напишите в комментариях. Девчонки, которые не имеют опыта, читаем комментарии, потому что в комментариях там совершенно бесподобные советы бывают. Я сама учусь во многом на ваших комментариях. Не учусь, а вспоминаю, ну как, вспоминаю то, что, допустим, либо даже учусь. Так что,
вот с миру по нитке, голому рубашка, да, как говорится. Вот это вот тот случай. Вот, девчонки, значит, сегодня мы свяжем донышко. Про материал, что подготовить, я все вам сказала. Готовимся, вяжем донышко. Пряжа на Алиэкспресс, ссылка под видео в описании. А вдруг вы в сентябре в отпуск едете, как я. Вот еще собираюсь в сентябре, поэтому, возможно, вы успеете заказать. Ну, в общем, ладно. Ссылка на пряжу под видео в описании. Не на эту, на китайскую. А мы вяжем донышко сегодня. Итак, первым делом мы набираем цепочку. Обычную классическую цепочку. Раз, два, четыре. Итак, я набрала 60 петель, это у меня 41 сантиметр, но здесь вот я буду делать воздушные петли, они уберутся. Так, итак, 60 воздушных петель у меня сейчас здесь, я пропускаю 2 петли и с третьей начинаю вязать столбики без накида. Таким вот образом. Раз. Да. И так до конца, до последней петли. 3, 4 и так далее. Итак, я провязала 57 столбиков без накида. Вот у меня осталась последняя петля, и из последней петли мне нужно вывязать 5. Казалось бы, ну, там по схеме столбики с накидом, но я буду вязать вот по всей, как бы, сумке вот такие столбик с накидом. Сейчас я вам покажу. Но про, я не знаю, он, по-моему, полустолбик с накидом называется, если я не ошибаюсь. Я посмотрю потом в этом. Ну, в общем, провязывать вот так, накид я сделала, но провязала все вместе. То есть он будет чуть выше, и, но не такой, как столбик. Вот таких вот 5 полустолбиков с накидом. Может, не полустолбик, я не знаю. 2. То есть я делаю накид, но провязываю не как столбик с накидом за 2 этапа, а за 1 этап. 3. 4. И 5. Вот, повернулись, и далее вот эту ниточку я ввязываю в работу, маскирую, и вяжу точно столько же, 57 столбиков в обратную сторону, напротив каждого столбика еще один с этой стороны. Вот здесь вот следите, я это все сейчас буду по ходу записывать в тетрадку, вот сколько у меня столбиков. Вот, чтобы потом я вам сделаю запись вот такую вот. Итак. Провязала я 57 столбиков в конце, вот смотрите, последний у меня напротив первого, и в конце, где были петли подъема, вот первую петлю я провязываю снова 5 вот этих вот полустолбиков с накидом, либо столбиков, как их назвать, еще не знаю, еще не смотрела, посмотрю в интернете, либо вы мне напишите. 2. Три, четыре, пять. Так, здесь у нас мы делаем соединительный полустолбик. И вот у нас круг. Теперь делаем воздушную петлю подъема. И вяжем. Вот первую нам нужно сюда провязать, потому что напротив каждого столбика. Здесь у нас пока ничего не меняется, вяжем 57, как и там, до конца.
Итак, здесь я провязала 50, так, без накида. Итак, у нас вот здесь вот сейчас провязано 57, но я провязываю еще столбик отсюда из вот этих вот петли, то есть здесь у нас 58 столбиков без накида. Из этого столбика я вывязываю 3 вот этих вот с накидом. Раз, два, три. И промежуточный между ними я вставляю маркер. Это не обязательно, но чтобы понимать, откуда вот первый столбик, второй и третий. Из этого мы будем в следующем ряду вывязывать тоже 3. Один столбик без накида между ними. И со следующего снова 3. Вот, видите, формируется наше донышко. Далее мы вяжем столбиков столбиком без накида, и здесь у нас будет 59 петель. 3 столбика с накидом, 1 столбик без накида. Далее я просто это все, и 59 столбиков без накида. Далее я это все показывать не буду, я просто условное обозначение, чтобы вы понимали. Сейчас я вяжу 59 столбиков без накида. Конец ряда. Вот уже прекрасно видно квадратно. Итак, 59 столбиков я провязала. Вот видите, первые задействовала из этой тройки, 5 из этих. Значит, со второго я снова ввязываю 3 вот этим вот накидом. 3, раз, 2, 3. Так, есть. Во второй цепляю маркер. Там, кстати, я забыла подцепить. Сейчас я вам покажу. Во второй цепляю маркер. Здесь у меня, смотрите, 1, 2, 3. И здесь я цепляю во второй. Так, есть. Здесь 3 я провязала. 1 столбик. Далее 3 с накидом. Раз. Два. Три. Один столбик. И соединительный полустолбик. Ряд закончен. Вот. Значит, здесь во вторую цепляем маркер и записываю 59, 3 столбиком с накидом, 1 столбик без накида. Вот, вы будете понимать, я потом сфотографирую это все дело. 3 столбика с накидом и 1 столбик без накида. Далее это все ряды я буду писать уже без вас, я не буду снимать, это только начало. Третий ряд — воздушная петля подъема, и далее столбики без накида. Здесь у меня их будет 59, потому что один потом будет здесь. Пишу и сейчас перепроверю. 50. Итак, третий ряд. 59 у меня столбиков без накида. Все правильно. Здесь снимаем маркер. Вяжем 3 с накидом из этой петли. Раз. Два.
3. Во второй вставляем маркер. Здесь вяжем у нас 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Снимаем маркер. Вяжем 3 с накидом. 1, 2, 3. И во второй вставляем, во вторую, в среднюю петлю из этих 3 вставляем маркер. И далее вяжем столбики без накида. И, по-моему, их тут будет 60 штук. Сейчас я буду проверять. Так, и вяжу во второй конец. Итак, здесь у нас 61 столбик. Я ошиблась, потому что в прошлый раз было 59. Все правильно. Здесь у нас 61. Из этого мы вывязываем 3. 1, 2, 3. Есть. Во второй мы ставим маркер из этих 3. Далее 3 столбика без накида. Это были с накидами 3. Это угол. 1, 2, 3. Снимаем. Из этого 3 с накидом. 1, 2, 3. Во второй из них ставим маркер. Во второй из этих 3, я имею в виду в средний. И 2 столбика обычных. 1, 2. Соединительный полустолбик. И третий ряд у нас закончен. Далее воздушная петля подъема. И столбики вяжем. Следующий, 4 ряд. Здесь у нас так. Итак, здесь у меня 4 ряд. Воздушная петля. 60 столбиков без накида. Далее 3 с накидом угол наш. 1, 2, 3. Маркер цепляем во второй из них. Далее 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Снимаем маркер. Здесь у нас с накидом 3. 1, 2, 3. Одеваем маркер во вторую. И вяжем. Здесь у нас будет 63 столбика без накида до следующего угла. 1, 2. Итак, 63 столбика без накида. Далее 3 с накидом. 1, 2, 3. Во второй одеваем маркер снова для обозначения. Да что ж такое. Далее 5 столбиков без накида.
4. 5. 3 столбика с накидом в обозначенный столбик. 2, 3 и 3 столбика без накида. 1, 2, 3 и соединительный полустолбик. Так, есть 4-й ряд. 5-й ряд, воздушная петля подъема, далее 61 столбик без накида, итак, 61 столбик без накида, далее 3 с накидом. 3. Во второй цепляем маркер. Здесь у нас 7 столбиков без накида. 65 здесь у нас будет столбиков с накидом. Ой, без накида. Ой, девчонки, без накида 65 столбиков. Так, 65 столбиков без накида здесь. Девчонки, я забыла сказать, вот здесь 65 столбиков без накида. Далее 3 с накидом. 1, 2, 3, 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, далее с накидом 3. 1, 2, 3 и 4 без накида. 1, 2, 3, 4 соединяем, и есть у нас 5-й ряд. Далее, девчонки, вот оно наше донышко. Видите, уже больше я вязать не буду, донышко хватит. Теперь воздушная петля подъема, и далее мы вяжем круг столбиком без накида. Вот. То есть мы поднимаемся вверх.
залу будем делать такой. Так, здесь я поснимаю, это уже нам не нужно. Здесь я, кстати, соединила ниточки. Вам покажу, как я соединяю далее. Что-то я забыла, но решила, что нужно все-таки показать и вам. У меня просто, почему они разорвались, когда я распускала. Вот, вяжем ряд по кругу. Итак, провязала я круг, еще пока не видно, что это заворачивается. Значит, всего у меня по кругу, девчонки, 156 столбиков без накида. Вот видите, здесь я все столбики, везде-везде провязала столбиками без накида. Сейчас соединяю соединительным полустолбиком, воздушная петля, и вяжу следующий круг точно так же. Вот. И вяжу еще два, наверное, ну я вам потом скажу. Ну, в общем, сейчас продолжаю вязать вверх столбиком без накида, еще без узора, без ничего пока. Итак, девчонки, всего 5 рядов я провязала ровно, и на этом сегодняшнее видео наше заканчивается. Вот такая вот у нас заготовка. Сейчас я вам проверяю ее, чтобы вы понимали, на что ориентироваться. Значит, длина у меня получается 45 сантиметров. Почему у меня тут 44? Я говорю 45, потому что у меня сантиметр отгрызенный, отвалился. В общем, 45 сантиметров. И ширина донышка у нас получается 9 сантиметров. Ну, это пока в полутаком, в полуфабрикате. Нормально. Как раз 45 сантиметров, как раз шикарно. Вот такая пляжная сумка. Ну, летний вариант. Все, девчонки, я с вами прощаюсь, постараюсь как можно быстрее выложить продолжение. От вас жду рекомендации, как бы просьб, которые я буду учитывать при съемке этих, ну, этого узора. Вот, как бы вы хотели. Ну и, в принципе, на сегодня все. Я с вами прощаюсь, с вами была Великая Школа Рукоделия. Всем пока-пока!